Грач. С утра грачи на пашню полетели. В толпе я выбрал одного из них. Настолько стар, одна душа лишь в теле. Солидный моралист из мест глухих. Поэтому беседа вышла нудной. Вы, говорят, живете долго, брат. Мне 390 лет. О, чудно! 400 будет аккурат. Однако, старче, ты пожил на свете. О, столько набросал бы я статей, рассказов, сценок поместил в газете. Что сделал ты за столько лет и дней? Ел, спал и размножался ежегодно. Ты так же глуп, как 300 лет назад. Зато воспитан, мыслю благородно. Не знаю про развод в семье, разлад. Ошибки мы твоим гораздо реже. У нас не будет никогда войны. Никто не скажет, что грачи невежи, клевещут, шантажируют, пьяны. Не пишем мы секретные доклады. У нас нет подхалимов, подлипал. Он не докончил пламенные тирады. Его товарищ на обед позвал.